Академия в моей жизни просто такую трансформацию внесла. Во-первых, у меня сейчас есть отношения с мужчиной. Мы с ним уже поставили цели на будущее. Потом а, за эти полгода минус 10 килограмм. То есть постоянная система вот, это, вот этих действий, зарядки, правильное питание. То есть это система каждый день. И... Что я сейчас поняла, вот в процессе вот этих всех действий ежедневных построения отношений столько вылезает страхов, столько вылезает э, опыта прошлого оттуда, и вот сейчас сижу, вот сейчас я это все прорабатываю. Благодарю, что мы еще находимся в фокус-группе, где и, Ви, и Виктория нас ведет, и Аня э, просто очень колоссальная поддержка, очень большая помощь, которая всем нам помогает расти, развиваться. Но все это опять-таки благодаря сообществу Куб-8. Все вот эти изменения в лучшую сторону, все благодаря этому сообществу. Я поняла, что всю жизнь у меня был такой момент. Я думала обо всех вокруг, но не о себе. И когда вот это я приняла для себя, что нужно жить и для себя в том числе, самое главное просто не, не зацикливаться на этом. Это должно быть все как-то в гармонии, не только с собой, но и с миром. И уходить полностью в свои там какие-то процессы, это тоже не нужно. Потому что иначе это затягивает, и потом тяжело из этого выйти. И вот, конечно, благодаря поддержке девчонкам, я благодарю, что все это произошло наилучшим образом. И я с вами...